О, Демид, привет! Здравствуйте! Хочу вам показать один очень интересный аппарат из СССР. Ну-ка, вы такого, давай. Я уверен, еще не видели. Ну-ка, давай. Это вот такой вот электрофон Лидер 302 называется. 72-го года выпуска. Выглядит очень необычно. Ага. Его особенность заключается в том, что он полуавтоматический. Он умеет воспроизводить только вот такие вот маленькие пластинки. Давайте же мы с вами послушаем его. Давайте уже мы с вами послушаем. Смотрите, как интересно он работает. В это отверстие вставляется пластинка, как в диск, как в проигрыватель компакт-дисков. Да, и... как CD, да? Опа. Слушай, а это наши изобрели? Сейчас. Это, так сказать, частичная копия с иностранных автомобильных проигрывателей. До изобретения магнитол продавались вот такие вот проигрыватели, чтобы слушать его музыку в автомобиле. Обалдеть, слушай. Продолжение пишу, знаю. Знаю точно, где мой адресат. Слушай, на самом деле интересный агрегат. Интересный, очень интересный. То есть его можно и так носить, да? Да. А, все равно сбивается чуть. Это зависит от пластинки. Ага. Если его не трогать... А скажи мне, а вот это что такое красная кнопка? Это? А, это просто выключить, да? Ну, давайте я покажу. Ну, давай. Если он так тоже играет. Да. То есть хочешь сказать... А, а ну-ка, а так воткни, вот вертикально. Будет играть? Да. Ну-ка, давай. Давайте оборотную сторону. Он и гибкий умеет проигрывать. Главное только подложить под, под гибкую, пластинку, гибкую какой-то, обычную. Да. Сюда, сюда. Нет, нет. Задний карман. Слушай, мокром саду. Обалденная вещь. Честно, я даже не предполагал, что такие были. И не видел никогда. Спасибо, спасибо, Демид. Здорово, спасибо.